Друзья, вы, кстати, записываете, что вы за год сделали, что не сделали. Вообще, делайте сводку того, как у вас обстоят дела на самом деле. Сколько у вас долгов или нет ли их вообще, какие у вас планы на будущее. Короче, друзья. Хотелось, как многие там итоги года подводят. Вроде бы как и не хочется их подводить. Типа, что, блин, подводить? Что-то мы работаем и работаем. Но на самом деле, сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. И такие вещи все-таки надо делать. Опять же, для самого себя понимать, в каком направлении ты движешься. В общем, мы за этот год на самом деле сделали очень много. У нас год назад здесь была таблица, на которой были выписаны все автомобили, которые нам стоит доделать. И мы вам обещали, что в этом году мы полностью канал перезагружаем и все проекты выводим. И знаете, я сегодня поймался на мысли, что мы справились, что мы все это сделали. Вот хочу напомнить, что у нас было 4 Porsche в начале года. Porsche 996 Gimbala, Porsche 993, Porsche 997 Turbo Safari, мой GT3, у нас был E500, у нас 2 Lambo. Мы в этом году сделали 2108, мы сделали 740-ю Volvo Safari. Мы купили еще одного волчка, мы купили Cayenne, сделали Cayenne. Я выполнил обязательства перед вами. Помните, я вам обещал машину подарить Mercedes. Mercedes мы не нашли, я в итоге подарил вам Saab. И еще мы купили 3 крутых проекта, и еще купили еще одну машину. И сейчас мы всем этим занимаемся, чтобы уже в следующем году начать делать... А что начать делать? Вообще все эти годы мы на самом деле бежали за контентом, опять же старались ради вас, мы покупали машину, начинали ее делать, с ней возникали сложности, нам из-за этого приходилось покупать другую машину, с ней, как правило, тоже возникали сложности, поскольку ремонт, восстановление машины – это такая всегда непредсказуемая вещь, то есть ты не можешь рассчитать срок, когда машина будет готова. Опять же, я думаю, что многие из вас, кто машинами увлекается, это понимает. Не понимают это только те люди, которые, ну, просто покупают себе новые тачки, на них ездят и, соответственно, эксплуатируют, и ничего с ними особо не делают. Но те, кто вот увлекается такими вещами, меня 100% понимают. Ну, в общем, из-за всего этого количество проектов у нас увеличилось, сроки по ним увеличились, на них перестало хватать денег, мы стали проводить розыгрыши, чтобы, опять же, все эти проекты доделывать, иметь возможность оплачивать работу там всех сервисов, своих сотрудников, ну и, в общем, все в этом духе. То есть совершенно банальные бизнес-процессы, с этим как бы ничего не поделаешь. Все-таки YouTube — это действительно уже бизнес. Ну, в общем, мы, безусловно, допустили огромное количество ошибок. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, и любая ошибка — это опыт. Я действительно за эти 5 лет, что мы ведем YouTube, уже набрался большого количества опыта. В итоге у нас появился свой сервис, с которым мы сотрудничаем. Это Авторитейл.М, где превосходная малярная мастерская, где у меня есть 2 подъемника, где чисто, светло, сухо, и там мы храним наши машины. И, в общем, это, ну, скажем так, первое достижение за этот год, которое у нас получилось. Второе, мы действительно вывели все проекты с канала, то есть все, у нас осталось из основных проектов только Lamborghini Murcielago, которая переделана в Rivington, которую вот я надеюсь, что вот в следующем году мы ее, ну, как бы уже полностью доделаем. То есть это такая действительно глобальная, тяжелая машина, которая там будет еще жрать у нас огромное количество денег. Также я планировал запустить аукцион, и на это тоже ушел целый год, что на самом деле немало, но это и немного, поскольку проект, опять же, весьма тяжелый, его долго писали, долго разрабатывали, но нам удалось его запустить. Я не знаю, вы смотрели предыдущий эпизод, у нас сейчас там уже торгуются 3 машины, у нас больше 7000 посещений сайта, у нас порядка 100 регистраций, то есть, ну, это действительно крутой результат для такого стартапа. Это действительно стартап, который, опять же, мы будем вкладывать довольно много времени и усилий, чтобы вы могли продавать там свои автомобили, чтобы вы могли там покупать свои, ну, себе автомобили хорошие. И вы в описании понимаете, что там тачка билась, или у нее там что-то красилось, или предстоит провести на ней какой-то ремонт, и сколько он будет стоить, чтобы вы давали адекватную оценку автомобилю, который вы хотите купить, ну, или продать. В общем, мы будем продолжать заниматься сайтом, у нас в будущем появятся разделы по битым автомобилям, по обычным автомобилям, ну и также основная фишка аукциона будет — это всякие уникальные машины, типа там Lamborghini Murcielago, 69-го Газона там и Тарзана, которые сейчас там торгуются. Поэтому, если вам, опять же, интересно, переходите, регистрируйтесь, и мы, ну, будем вкладывать все больше и больше времени и усилий для того, чтобы этот сайт, а, стал более интересный, а, б, стал приносить пользу, ну, скажем так, людям. Друзья, я вам уже рассказывал, что у нас в Одноклассниках есть своя группа, где у нас каждый день выходят ролики и посты. Поэтому, если вы хотите, ну, получить интересную или полезную информацию, подписывайтесь на наш ОК. Ну, и все ссылочки будут в описании к этому видео. А еще послезавтра мы разыграем вот этот вот байк, который мы привезли из США, восстановили, и он, ну, полностью в хорошем техническом состоянии, стоит на учете.
И все те, кто покупали мои наклейки, поддерживали мой канал, принимают участие в этом розыгрыше, который состоится 28 числа в прямом эфире у меня на канале. Да, но мы обещали вам перезагрузку канала. Опять же, я эти видео снимаю для тех, кому я созвучен, для тех, кому интересно, чем я занимаюсь. Я совершенно точно не снимаю развлекательный контент. Я снимаю, по сути, свою жизнь, то, чем я увлекаюсь и то, что я делаю. Я обожаю машины, люблю в них ковыряться, люблю их искать, люблю их восстанавливать. Друзья, за эти 5 лет на нашем канале было такое количество интересных автомобилей, о которых я мечтал в детстве, к которым, я не знаю, мне удалось прикоснуться, на них поездить, провести их в порядок. В общем, друзья, это то, чем я живу, и я бы хотел, конечно, чтобы меня смотрели те люди, кому, повторюсь, это созвучно, потому что я знаю, что у нас много людей увлекаются машинами, которым все это любопытно и интересно, и интересна и любопытна моя история, которую, собственно говоря, я веду на этом канале. И я обещал вам перезагрузку, и уже, блин, было, я не знаю, сотни комментов, что перезагрузка не удалась, это фуфло, чушь, ты что теперь занимаешься жигами, ну, короче, было много ерунды, но, друзья, канал еще не перезагрузился. Вот как раз в следующем году это произойдет. Сейчас мы уходим на 3 недели в отпуск. Ну, точнее, не в отпуск, мы все эти 3 недели будем работать. Мы будем доделать вот эту вот замечательную 21-ю Волгу. Вот вы видите, что... Вот вы видели, что у нас тут уже стоит перешитый салон. Она уже у нас без колес, хотел сказать, уже на колесах на ходу. Ну, в общем, мы сейчас уже месяц снимаем контент про эту Волгу, чтобы в следующем году выложить его полностью, то есть от самого начала и до самого конца, чтобы больше у нас не было свистопляски с проектами. Сегодня серия у нас про Lamborghini, теперь про Porsche, теперь про другую Porsche, теперь про восьмерку, а теперь мы купили гелик, ой, мы продали гелик, теперь мы, блин, делаем что-то еще. В общем, многие люди путались, которые не смотрели весь контент подряд мой и, ну, были в недоумении, что происходит. В общем, эту ошибку мы также хотим исправить и, собственно говоря, будем выкладывать проекты только после того, как они будут у нас готовы. Да, но помимо этого, видите, у меня тут уже лежат детальки. Руль Мома, усилитель на Комичи, магнитола с блютусом в ретро-стиле Continental. Она, ну, короче, все эти детальки, это еще на один проект, это Porsche 944, скажем так, самый дешевый Porsche, доступный людям. Также много людей писало, что Макс, восстанови 944 Porsche. Я купил эту машину и сейчас ее также восстанавливаю, чтобы следующим контентом после Волги у нас пошел Porsche. Также я хочу купить Ниву, не знаю, у меня давно есть идея фикс, сделать Ниву, но знаете, не в стиле российском, как они у нас здесь выпускались, или там, как их делают под оффроуд, а довольно много Нив продавалось за рубеж, в разные страны, и Европу, и Африку. Ну, в общем, реально, Нивы продавались по всему миру, и они есть даже во многих фильмах, типа «Невероятная жизнь Уолтера Митти», когда там на Ниве они учесывают это вот от извержения вулкана. В общем, хочется купить Ниву и сделать ее в старом стиле, но чтобы там в ней был кондиционер и там всякие мулечки. Ну, короче, сделать ее не то, как у их тут делают все тюнят. И еще сейчас у Булкина была классная Нива с салоном А222. И вот я ее хотел купить и как раз переделать по то, как я вижу, но оставить вот эти мульки салона, поскольку это действительно круто. То есть ребята интересную машину сделали. Но еще летом мы экспериментировали, снимали, скажем так, несвойственный для нас контент, который в ближайшие 3 недели мы вам и покажем, поскольку все эти 3 недели мы будем доделывать Волгу и заниматься другим проектом. Ну и выжимать, знаете, контент из пальца мы, ну, больше не хотим, потому что все, что мы могли вам рассказать, мы вам уже рассказали. То есть мы там сказали, как дела с ламбами стоят, что мы все продали, вот мы отдаем байк, и, в общем, все, у нас машин нет, то есть у нас сейчас только аукцион, пару вот машин, которыми занимаемся, и вот этот, скажем так, контент, который мы снимали летом, вот в эти 3 недели мы вам и покажем. Опять же, если вы посмотрите, поставите лайк, колокольчик, а еще будет более круто, чтобы вы подписались на наш канал, поскольку вас действительно ждет много интересных, ну, проектов, как автомобильных, так и не автомобильных, поскольку, повторюсь, мы делаем аукцион, хотим открыть реставрационную мастерскую, в которой будет там кафешка, ну, кафешка, ресторанчик, парикмахерская.
все-таки чем я занимаюсь. Ну, в общем, в которой будет интересно не только там чинить автомобили, но интересно проводить время. К этой цели мы тоже идем. И я понимаю, что эта цель не такая, которая оп, по щелчку пальца взяла там и получилось. То есть на это уйдут годы. А хорошая мечта стоит того, чтобы к ней идти. В общем, я хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья, крепких нервов, как стальные яйца, потому что они нам всем нужны, чтобы ваши близкие также жили в гармонии, в любви, чтобы вы друг друга поддерживали и понимали, чтобы на вашем жизненном пути было как можно меньше сложностей, потому что вообще люди, как правило, сами себе создают сложности, взять пример меня, а потом думают, как разрулить эти сложности. Знаете, есть поговорка: умный решает проблемы, которые мудрый не создает. В общем, я желаю вам всем не создавать себе никаких проблем, заниматься своей жизнью, любить своих близких, прокачивать себя со всех сторон, каких только можно, ну и большой удачи. Ну и в самом конце этого видео одному из тех, кто досмотрел до этого момента, я хочу посоветовать подписаться на мой телеграм-канал, поскольку 10 января одному из вас я подарю 50 тысяч рублей, которые, я думаю, вы сможете потратить на какой-то подарок себе или своим близким. Друзья, в общем, такой у нас вот был год. Он был сложный, интересный, но мы со всем справились, и я знаю, что впереди нас ждут только победы. Вам я тоже желаю еще раз всего наилучшего. Я вас всех крепко обнимаю. Благодарю вас за то, что вы смотрите мой канал. В общем, друзья, всех с наступающим. Увидимся в новом году. Все, меня начинает тупить. Я не знаю, что говорить. Чтобы уже в следующем году начать делать... А что начать делать? В общем, мы будем... А еще уже послезавтра мы разыграем вот этот твой байк. Снимаю какой-то познавательный контент я как раз снимаю. Который особенно не смотрели под все... Особенно... Ну, в общем, у нас вот... Что это такое было сейчас? Ну, в общем, еще летом мы Экспилярмус! Конечно, боимся, что он не совсем... Не боимся мы? Чтобы на вашем жизненном пути, скажем так, было как можно вместе сложно. Ровный задор.